протяжении многих лет администрация города Ульяновска старается сотрудничать со многими СМИ, оказывая информационную поддержку по многим вопросам. Прошедший день печати оказался еще одним поводом поблагодарить редакции за активную работу по информационному освещению событий, связанных с жизнью города. Вам огромное спасибо. Действительно, вы открываете, показываете позитивно и плюсы, и минусы, потому что без недостатков, к сожалению, это не бывает. За чашкой чая обсудили вопросы, волнующие многих ульяновцев. Строительство школы в микрорайоне Репино, правильную парковку во дворах и недостроенные объекты. А в качестве признательности Сергей Панчин вручил акулам пера благодарственные письма. Среди награжденных оказались сотрудники издательского дома «Ульяновская правда», шеф-редактор «Народной газеты» Игорь Улитин и директор программ службы интернет-ТВ Дарья Мязина.